Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим стажировку для группы врачей-педиатров Московской области на базе ГБУС МОМАЦОМТ. Это Московский областной центр охраны материнства и детства. Наша стажировка будет проходить по следующему плану. Вводное слово, презентация. Презентация, прежде всего, заведующего поликлиникой, потом презентация от заведующих подразделениями по плану, предоставленному нам НИКИ детства. Вот. И затем мы проведем небольшую экскурсию по нашей поликлинике. Нам есть что показать, есть чем поделиться, поэтому мы начнем с нашего физиоотделения, вот, где заведующий ФТО расскажет и покажет работу физиоотделения в действии. Это первый этаж. Второй этаж – это у нас педиатрия, основа основ, так скажем, и также часть физиоотделения. Также мы покажем, как устроена работа нашего участкового педиатра. Вот как мы работаем, значит, по правилам 5С. Вот. И третий этаж у нас консультативно-диагностический центр, где заведующий КДЦ расскажет и покажет принципы работы, устройство работы консультативно-диагностического центра, покажем диагностическую базу, вот, ну и расскажем, какие условия для направления в КДЦ для врачей области. И в завершение нашей стажировки мы планируем такое живое общение с нашими стажирующимися, где мы обменяемся нашими мнениями, может быть, чему-то поучимся у них, послушаем, что у нас хорошо, что плохо, что нам надо менять, а что они хотят внедрить в своих поликлиниках. Вот, и думаю, что это бесценный опыт, который нам дает большой толчок для развития. Мы можем увидеть свои проблемы изнутри, проработать их и исправлять. Принимать своих коллег – это дело, конечно, ответственное. Мы тщательно готовились к этому мероприятию. Встреча прошла продуктивно, с пользой для обеих сторон, как и для нас, так и для гостей, которые приехали из Красногорска, Видного, Лыткарино, Сергиева Посада и других городов. Состоялся обмен мнением, обмен опытом. Было очень много вопросов. Наш опыт был полезен для всех участников данного мероприятия. В наших отделениях, кабинетах мы подолгу задерживались, чтобы обсудить нюансы нашей работы. Проект «Наш участковый врач» полезен для всех участников.